ты будешь? Это будешь? Зиграшка проголодалась, и мы решили сесть перекусить в Куньялы. И это будешь салат? Вон тебе принесли салат уже. Это сразу приносят, кстати. Мы еще ничего не успели заказать, это сразу принесли. Зиграшке заказала суп. Если сейчас узнаете из чего. Будете плеваться. Бейн чорбасы, бейн это мозг. Пусть кушает. Это турецкий завтрак. Смотри, оливки здесь, видишь? Оливки. А тебе мой супчик заказали. Дальше здесь тоже есть, смотри. Здесь еще вон мясо есть. Гельды, чорбасы гельды. Вон твой супчик пришел. О, очень мягкая. Чок юмушак. Как раз для Зиграшки. Это тебе кушать. А это маме чай. Сперва тебя накормлю. Только горячая она. Сейчас чуть-чуть остынет, солнышко. Сейчас я мелко-мелко сделаю Зиграшки. И пока за это время он остынет как раз. Да. Ты в тарелке лазить не будешь здесь. Это не, это фу, невкусное. Попробуй. Попробуй, ты это кушать не будешь. Попробуй, попробуй. Ты же не Аслан? Это Аслан кушает у нас лимон. Носик, носик, носик. Ты посмотри, ты уже кофточку испачкала. Кофточку уже испачкала. Давай, вернись. Посмотри, испачкала. Это кто он там? Смотри, мама тебя снимает. Это уже холодное. Чай это мамин. Угу. Суп уже остыл. Можно тебе дать. У-у-у, ты этот лимон кушаешь. У-у-у. Зиграшка не поняла, что это. Нужно покушать. Ты потом будешь ждать, пока мама поест? Давай. Вкусное, полезное. Суп мы поели. Не с большим, конечно, удовольствием, но поели.
На себя тоже вон разлили, мама все вытерла. Вкусно же? Ты моя козочка травоядная. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Дай маме тоже. Ням-ням-ням-ням-ням. Мама любит. Я люблю листья салата. Ням-ням-ням. Вкусно-вкусно. Вкусно-вкусно. Как принцесса сидит? Принцесса так не плюется. Как сидит принцесса? Зейра? Ну, все, ей не нравится, конечно. Какой ребенок будет жевать листья салата? Покажи, как принцесса сидит. Зейра. Ага, на стол, потом со стола кто кушает? Хорошо, что ты предварительно там вытерла все. Ага, 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 посмотри на нее. Зайрашка, принцесса как сидит? Покажи. Она очень занята. Важное дело у нее, посмотрите. Тыхль-тыхль-тыхль делаешь, да, ты? Тыхль-тыхль-тыхль. Да, своими рукавами тоже вытри следом. Салатиком тоже протри, да-да-да. Куриные крылышки заказала себе. Попросила, чтобы принесли не острые, потому что я острые не люблю вообще. Покушаем и за сланчиком. Пришла моя вкусняшка. Сразу видно, что без специй. Когда специи, сверху видно бывает все. Вкусно-вкусно будет. Дейрашка, ты будешь кушать? Нет? Почему? Ты наелась? Скажи миндаль. Миндаль. Ну скажи миндаль. Она так вкусно говорила. Миндаль. Больше нет? А, я еще нашла. Миндаль нашла. Это мне. Миндаль. 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 Нет, не кати-кати, это миндаль. 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 А где Зейрашка? Где, 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 где? Вот она! Где Зейрашка? Где? Где, 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 где? Вот она! Она реально весь миндаль, который здесь был. А, Зейра, смотри, еще один остался. Миндаль. Миндаль. Нашла. Это маме дашь, да? Спасибо, солнышко. А сколько у тебя там в руке? Много? Покажи. Покажи. Дай, маме. Миндаль. Миндаль. Зира, что ты? Шай. Да возьми, маме, да возьми. Ты шекле. Какой шарик тебе подарили? Аби подарил, да? Аби шарик подарил. Маленькая моя принцесса. Миндаль, да, Зайра? Я поела, все было очень вкусно. Пью чай. Дома мы уже поужинали, дети. Точнее, Аслан, Зейрашка так чуть поклевала. Был йогуртовый суп и котлеты. Сейчас они едят у меня фрукты. Я нарезала банан, клубнику и киви. Кто что ест. Зейрашка особо не ест. Нет, она клубнику поела. Мама меня умничка. А мама занимается хозяйством. Аслан даже переодеваться не захотел. Категорически отказался переодеваться. Так, у меня посуда.
Хотела показать, как все теперь у меня выглядит. Вот такие еще две у меня есть. Вот они. Их надо помыть и высушить. И туда тоже что-нибудь засыплю. И 5 вот таких еще мне должны привезти на следующей неделе. Вот здесь у меня мои, которые у меня были банки. Они тоже пусть останутся, они сюда подходят. Остальные квадратные, разные, которые были, я убрала. И вот мои специи теперь здесь вот так хранятся. 15 вот таких вот баночек. У меня я 5 таких сегодня докупила. Здесь у меня весь разный перец, который есть. Здесь что? Ну, короче, здесь гвоздика я вижу. Тмин, кориандр. Сегодня я купила вот кориандр. Нашла вот такой. Кишмиш называется. Правда, не знаю, как я его буду добавлять, но посмотрим. Так, это у меня этот... Господи. Кикик, забыла, как переводится на русский опять. Здесь напиток Несквик. Здесь какао. Здесь напиток Несквик. Здесь корица. Здесь кимьон. Это зира. Нет, кумин. Кумин. Изюм у меня чуть-чуть вот. Здесь розочки для чая и шоколадные вот капельки. Сюда я, видите, положила орешки, конфетки такие и лукум. Здесь тоже у меня лукум, но его вот не знаю, куда засунуть. Здесь тоже конфеты. Как-то так. Чай переложила сюда. Он у меня был вот в одной из вот таких баночек. Короче, как-то стало чуть поаккуратнее на этой полке. Теперь мне нужно навести порядок. Что это упало? Ничего не упало. Теперь мне нужно навести порядок будет еще вот здесь. Здесь у меня макарошки всякие, ну всякая бельбеда, всякие крупы, вот, которые я каждый день им готовлю. Бить нельзя, Зейра, бить нельзя. Оседлала своего брата, бить нельзя. Зейра, больно не делай. В глазки пальчики не суй. Не бей. Тыгыдык. Асланчик, неси Зейхрашку. Тыгыдык. Все, хватит. Он был коняшкой, хватит. Он как брат тебя выдержал. Смелый мальчик, сильный мальчик. Зейрашка, не дерись, мамина. А, конечно, ты к нему лезешь, а когда он ответ дает, тебе не нравится. Больно, да, больно было, да, ножки? Больно было? Ню-ню-ню, осла, ню-ню-ню, да. Ню-ню-ню! Аслан, ты борцуха, да? Опа! Я сама как маленький ребенок. А она такое не любит, когда он сверху бывает. Я же сказала. Она не любит, когда сверху у нее кто-то есть. А когда ты сидела на нем, ты же тоже сидела на Асланчике. Ты куда пульт нанесешь? Сразу за маму прячется. Смотрите на нее. Зейра! А этот что делает? Ты что делаешь, сынок? Зейрашка, что делает, Аслан? Мамина, а если ты с диванчика упадешь? О, молодец, получилось. Только на полу так не делай.
Голова будет болеть. Колобок. Колобок. Ты мамин колобок? Колобок. Зейра, ты точно упадешь. Ты еще не умеешь собирать себя, как Аслан. Зейра. Солнышко, ты не в правильную сторону делаешь. Зейра. Акробатка. Эй, дедусь, Аслан. Прическа помялась, да? Ну ничего, солнышко. Резиночку снять? Снять резиночку? Да, я сниму резиночку. Что, бабальжу? Что, солнышко? Ко! Ко! Ко-ко-ко! Ты мамин зайчик! Собачка-кусачка маленькая! Зайрашка, Аслан, собачка-кусачка. Все, бай-ба! Кто кого? Он все равно, я замечаю, он всю свою силу не применяет, когда с ней играет. О, какое счастье, все разбросали, да? Догони. Догони маму. Я тебя сейчас поймаю. Ты что на ровном месте? Ага. Давай мама другие носочки оденет, они скользкие. Сейчас мама оденет другие носочки. Иди сюда. Эти скользкие же носочки. Да? А где синий носочек? А где синий? Один синий у тебя. Дай синий. А у мамы какие? Синие. Серые. Серые. Доброе утро, страна. У нас почти 10 утра. Мы поздно проснулись. Поздно легли со Сланом. Мяу! Да кища маленькая, да мяу. Они уже смотрят мультики и ждут свой завтрак. Я сегодня варю гречневую кашу.
гречневая каша у меня на курином домашнем бульоне, поэтому даже можно масло не добавлять. Не то, что можно, я не буду масло добавлять. И буду жарить яйца. Просто без ничего. Яйца всегда жарю на сливочном масле. Так. Сегодня я на новой сковороде своей решила сделать. Я уже готовила на другой новой. Не пригорает, не прилипает. Так, после дневного сна мы пойдем в детское кафе. Ой, так. Два яйца детям, одно мое. У меня другое, видите, да, у них домашнее, особенное, у меня обычное яйцо. Но с виду, когда я разобью, там особо разницы не заметите, я вам покажу. Вот, смотрите, вот это вот домашние два, это более оранжевое, которое мое. Мне, как говорят мои дети, мне. Соль добавлять не буду, потому что буду давать сыр. Мелко-мелко сейчас нарежу, как я это люблю делать. Масло можно убрать, потому что мы в гречку добавлять его не будем. И кусочек сыра мелко нарежу. Слышала, какая авария получилась за игра? Пах, да? Пах. Так, мое. Сегодня я им желток оставила всмятку. Чуть хлеб помакаю туда. Все. Яйца готовы. Полностью крышку не накрываю, а то потом такая пленочка получается. Ждем теперь кашу. Каши, как всегда, получилось много. Немножко выкипит вода. Вкусно на курином бульоне. Кто пришел? Кира пришла? Подружки пришли. Место съемки изменить нельзя, вечно кухня. Итак, сходили мы в детское кафе, но сегодня мы там были очень-очень недолго, потому что, ну, до дневного сна мы пошли, и я их быстро забрала домой, привела, и поспали мы 1,5 часа. Я тоже вместе с ними поспала. Сейчас готовлю макарошки. А не, макарошки-бабочки сегодня варю. И сделала здесь курица в сливочном соусе, а здесь мясо в сливочном соусе. Посмотрим, что они поедят. Скорее всего, они мясо поедят. Ись, мамина, ись. Горячий. Мя. Мясо, да. Мя. Мясо.
Аслан требует мороженое, но мороженое я сказала. Ты что делаешь после того, как поедят? Мясо, да. Там мясо и курочка. Ну, ты, скорее всего, будешь мясо. Идем куда идем? Мороженое потом, мамин. Мороженое потом. Сперва макарошки покушаем, потом мороженое. Хорошо? Ним, там холодно? Холодно там. Сейчас будет... Сейчас холодильник будет пип-пип-пип делать. Он сейчас ругаться будет на вас. Ну-ну-ну, он вам будет сейчас ну-ну-ну говорить.